при всем уважении, Борис, я не могу назвать это большим рюкзаком. Там точно есть парашют? Это из и основной запасной в таком маленьком рюкзаке. Вот просто было для понимания, вот паспорт, да? Представляете? Офигеть. Обычно я отсюда лечу в Москву, а сегодня я буду лететь. А мы над Красной Поляной, получается, будем лететь. В общем, сейчас мы выдвигаемся к самолету, который у нас на Красную Поляну, и оттуда мы прямо у нас в горы. Это было Сочи, Красная Поляна. Сочи, Красная Поляна. Мы тут начали говорить о развлечениях на высоте в Сочи, и очень интересная позиция у человека, что на самом деле прыжки с парашютом, даже если мы говорим о бейсджампинге, гораздо безопаснее, чем прыжки, ну, в тарзанке, так скажем, в скайпарке в Сочи. Ну, я не говорю о бейсджампинге, я говорю о парашютном спорте в целом. И в бейсджампинге тоже у тебя есть всего один парашют и один шанс. А если говорить о скайдайве, то у тебя два парашюта, основной, запасной, у тебя есть страхующий прибор. Если ты будешь даже без сознания... А что за приборы, еще раз? Страхующий прибор называется. Ага. Он открывает запасной парашют, если парашютист не выполнил самостоятельно по разным причинам этого действия до высоты там 350 метров. То есть оно автоматически открывается, да, получается. Да, будет купол. Он лететь без сознания, а парашют все равно откроется. А мы еще, кстати, что хочется отметить, вообще без очереди проходим все паспортные контроли. И, соответственно, быстрее всех вот этих людей доберемся до того места, откуда мы взмоем вверх и будем прыгать вниз. Так, самый короткий рейс в моей жизни, но самый трудно ожидаемый. Ожидания проходят очень быстро, а хочется, чтобы на самом деле было это долго. Я даже забыл дать билет в правильные руки. У меня рейс Сочи, Красная Поляна. Можно не лететь или уже поздно? Уже поздно, поэтому мы выдвигаемся в автобус, и дальше будет интереснее. То, что у пилотов нет парашютов, у нас они На самом деле, я хочу сказать, что это не параплан, это то, что нужно реально каждому почувствовать, понять, ощутить и увидеть Красную Поляну по-другому. Я не ожидал, что она настолько красивая, этот воздух. И... Но это, кстати, 30 секунд мы летели, да? Чуть больше. Чуть больше даже? Блин, очень быстро это все проходит, но очень клево. Ну, вообще-то не жалейте денег, я хочу себе порекомендовать. Тем более Борис не подвел, не обманул. Борис, но спасибо тебе, потому что я волновался на самом деле. Он так и сказал мне, что не будет отвечать. Вот смотрите, опа, и еще одни. Ну-ка, сколько делаем фоточек. Сколько нас взлетело, столько и приземлилось. Это очень важно, поэтому... Хороший коэффициент, правда? Хороший коэффициент, да, надежный, ну что, коэффициент. Еще раз будешь прыгать? Да. Да? Да, и вам советую. Девушка, а вы зря не прыгнули, между прочим. Мне реально понравилось. Я знаю.